Теперь рассмотрим, как можно использовать канат, например, для спортивного ножевого боя, в частности, постановки техники. Укол снизу. В данном случае хват мы берем аналогичный тому, как мы берем нож. То же самое, позиция пальца и тому подобные детали. Соответственно, движение должно быть аналогичным тому, что мы совершаем с оружием. Укол сбоку. Подрезка снизу. Горизонтальный пресс к себе. Обратной стороной или вариант зацепа. Здесь сразу рассмотрим все. Либо зацеп снизу, снаружи, или порез снаружи и наружу. Обратный хват. Укол вперед. Соответственно, уколы снаружи, изнутри и тот же вариант зацепа. Во всех случаях канат мы бросаем не сразу в сторону, а также как и с ножом. Вперед и потом забираем через нужную сторону. Но основная нагрузка ложится вперед.